Здравствуйте, сегодня не пью, 97-й день. И сейчас я иду на почту, чтобы оплатить штраф за превышение скорости. Как его оплатить в Сбербанке онлайн, я не понял, поэтому вышел прогуляться. Штраф я оплатил, теперь мне нужен реквизит для видоса, который я хочу снять на 100 дней. Мне нужен обычный блокнот. Блокнот есть, блокнот вообще офигенный. За 50 рублей с такой офигенной обложкой, синенькой. Блокнот супер. На все юбилейные дни мне всегда было очень интересно снимать видео, придумывать его, снимать, монтировать. И вот сейчас впереди видос на 100 дней без алкоголя. Основную съемку я планирую на завтра, и я рассчитываю на поддержку Оли. Вы помогли мне в съемке, могли отказаться. И помимо того, что она помогает мне при съемках, она же не пьет так же, как и я. Но не с 1 сентября, а что-то там с сентября с 10, примерно с 15. Спасибо тебе, Ольга. Погода офигенная. 3 часа посидел дома за закрытой занавеской, не видел, что снег шел. Открываю, снег, ничего себе. Я ходил за реквизитом для съемок, это баллончик с краской. Давненько не было алкобанки, все потому, что я не пью в 2015 году и в 2016 году. У меня очень мало алкоголя в этом месяце. Но за этот день у меня бутылка вина на двоих с Ольгой и бутылка пива. 250 рублей в алкобанку. Очень интересно. Может, сорвусь, может, 31 декабря открою и пойду себе куплю подарок. Сегодня я приобрел реквизит для видео, для сотого дня. Это блокнот и это краска. Какие могут быть варианты, как можно использовать краску спрей зеленого цвета и блокнот, просто блокнот. Ну, из реквизита еще будет фломастер черный, фломастер красный, фломастер зеленый. А еще у меня ощущение, что я не пил безалкогольное пиво целый месяц. Месяц назад у нас была годовщина, я выпил банку пива и, по-моему, не пил. Может быть, у Воронецкого как-то раз? По чуть-чуть. И что самое интересное, я вообще про него забыл. Спасибо за просмотр. До свидания. Я продолжаю не пить. Там нет того, что мне нужно, и ничто не возбудило мою фантазию. Буду дальше фантазировать.